Всем привет-привет! Вы на канале Вот ГСН. И, ребят, не прошло и получаса-часа с момента, как я выставлял предыдущее видео по поводу наличия проблем при входе в игру. Через минут, наверное, где-то приблизительно 40, я перезагрузил еще раз, полностью закрыл. Абсолютно я снимаю свои видео и играю на компе через Wargaming Game Center. Я на Европе. И для того, чтобы повторно войти в игру, я полностью закрыл гейм-центр, но не просто закрытием через Alt F4 или еще каким-то образом. У меня он продолжал работать в фоновом режиме, поэтому пришлось комбинацией клавиш Ctrl-Delete зайти в диспетчер задач, в процессы и в процессах полностью снять все процессы, связанные с варгеймингом. Когда я их закрыл, перезапустил игру, у меня вполне спокойно, как вы видите, зашло приложение, начало работать, игра загрузилась, я в Wargaming Game Center, все сохранилось, все есть. Напомню еще раз, я на Европе, вот подтверждение. Короче говоря, ребят, по крайней мере с Европой все технические проблемы на данный момент решены. И все, кто на Европе, бобры, выдыхайте, все нормально, все окей. За ру-сервер пока ничего сказать не могу. Если вдруг какая-то информация у меня проскочит, обязательно с вами поделюсь. Ну а для тех, кто на евросерве, ребят, можете ринуться в бой хоть сейчас. Все окей, все нормально, работает. Всех благ, всего хорошего. Хорошего вам мира и спокойствия!